Глава Орска Василий Казупица считает, что состояние городских газонов оставляет желать лучшего. На аппаратном совещании градоначальник заявил, что недоволен тем, как они выглядят. Глава города поручил районным администрациям и УЖК ДХТ выкосить траву, заявив, что деньги на это есть. Если они не будут освоены, то это будет следствием плохой организации работ.